Друзья, всем привет! Начинаем увлекательное путешествие в мир крипты с криптовалютной биржи Binance. Заходим на binance.com, регистрируемся. Рекомендую регистрироваться по телефону или электронной почте, потому что Google аккаунт уязвим с точки зрения утечки личных данных. Переходим. Регистрация. Для начала можете только по электронной почте зарегистрироваться, указав ее и пароль. В дальнейшем вам предложат еще добавить номер телефона и обеспечить двухфакторную аутентификацию для обеспечения большей безопасности. На этом первый этап закончен. На втором этапе мы с вами будем подтверждать личность. И будем это делать с мобильного телефона. Также выбираем паспорт. Убеждаемся, что наш документ соответствует всем требованиям, и нажимаем на кнопку «Продолжить». Все, я загрузил фотографию, нажимаем на кнопочку «Продолжить», документ загружен. Теперь нужно сделать свое селфи. И теперь лицевая проверка. Начать проверку. Shake your head. Все, проверка пройдена. Закрыть. И теперь наши документы на стадии рассмотрения. Теперь, я думаю, все будет в порядке и верификация будет пройдена. Итак, друзья, вы создали аккаунт на binance.com, вы подтвердили свою личность, вы верифицировали свою электронную почту, номер телефона. Итак, переходим к покупке. К покупке криптовалюты на binance.com. Переходим во вкладку «Купить криптовалюту». Если у вас есть кредитная и дебетовая карта иностранного банка, не РФ, тогда вам сюда. Если у вас карта только российского банка, в том числе Сбербанка, то вам сюда, P2P торговля. Переходим, P2P торговля. Нас интересует вкладочка «Купить» за рубли. Валюта, которая нас интересует, это BTC. Это альткоин, который по прогнозам через 10 лет будет стоить $1 миллион. Нас интересует из способов оплаты следующий, Тинькофф. Если у вас карта Сбербанка, вы его здесь не найдете, не ищите, потому что он под санкциями, выбираете вкладочку Росбанк. Росбанк – это Сбербанк. Меня интересует в данном случае Тинькофф. В фильтре выставляем галочку «Показывать только объявления от мерчантов». Мерчанты – это проверенные торговцы. Самая минимальная цена вверху стоит. Скоробогатых выполнил 325 ордеров и 82% всего лишь закрыл. Да, давайте чуть подороже возьмем, но у более проверенного CryptoLav купить BTC. Здесь, кстати, указан лимит сумм, которые нам позволено купить. И давайте купим на 4000 рублей. Купить BTC. Мы получим 3 тысячных битка. Смотрите, в чем прелесть смарт-контракта. Как только мы эту сделку запустили, деньги на счету вот этого Александра Головина блокируются, имеется в виду криптоденьги. Вот эти вот 3 тысячных битка блокируются. И в течение 15 минут нам эту сделку надо закрыть, завершить. За 4000 рублей купить 3 тысячных битка. Итак, номер счета на Тинькове. Я перехожу в приложение в телефоне. Перечисляем
4000 рублей. Перевести. Так, у себя в телефоне я эти деньги перевел, и я нажимаю «Оплачено далее». Подтвердить оплату. Если у меня возникли проблемы с транзакцией, то есть если я на своем счету не увидел битка, я нажимаю здесь. Либо я отменяю ордер по какой-то причине. Но в нашем случае все должно быть благополучно. Итак, деньги списались, биток. Биток пришел. Теперь мы с вами переходим непосредственно к оплате про аккаунта ShopFather. У меня есть вот такой бот, Philadelphia Store, и он нуждается в Pro-аккаунте. Я захожу в админку, нажимаю Pro-Version, такую мускулистую руку, и по ссылке Buy Pro-Version перехожу непосредственно в платежного бота. Здесь мне предлагается 4 тарифа, самый выгодный 39,99 на год. Мы покупаем с вами сейчас на полгода 20,99. Окей. Захожу в корзину, размещаю заказ, выбираю биткоин, соглашаюсь с Terms and Conditions, копирую адрес кошелька, на который будем делать перевод. И вот такую сумму в битках надо будет отправить. Переходим в кошельки. Это можно сделать, например, из... Если помните, Fiat и Spot... Это как раз тот спотовый кошелек, куда мы переместили наши битки. И напротив битка нажимаю вывод. Сюда вношу адрес кошелька, на который будет осуществлен платеж. А сюда, в это поле, сумму в битках. Все делать надо быстро, потому что... Курс меняется. Вот обратите внимание, здесь есть такое препятствие. Если вы внесете указанную сумму в битках, система Binance снимет 2 десятитысячных биткоина, и итоговая сумма у вас будет меньше. Поэтому здесь добавляем 2 десятитысячных, то есть пишем 3. И тогда итоговая сумма 11 20 87. Именно то, что запросил у нас ShopFather. Вывод. Продолжить. Здесь у нас двойная верификация. Сначала на телефон. 173 220. 173 220. И электронная почта. Четыреста пять, четыреста тридцать восемь. Отправляем. Успешно. Теперь ждем, мониторим, когда спишутся битки и зачислятся на кошелек ShopFather. Пока эта операция в обработке. Итак, прошло почти 30 минут. Смотрим историю транзакции. Наш платеж 11.20.87 исполнен. Посмотрим, что у нас в боте. Нажимаем «Я уже оплатил» в биткоинах. Все. Success. Нас поздравляют. Ну, в приложенном файле просто картинка. А так у нас все функции. Сейчас покажу про версии. Вот появляется у нас вот такое меню анимированное и прочие плюшки.
собственно, это здесь можно посмотреть в Pro меню, да, Storefront, скрывать Terms of Delivery, скрывать Payment Upon Recept, Order History посмотреть. Всех поздравляю!